Праздничные мероприятия прошли и в Древнем Торжке. В этом году исполнилось 885 лет с момента его первого летописного упоминания. С праздником жители, руководство Торжка и Торжокского округа поздравил губернатор Игорь Руденя. По его мнению, древний город выглядит особенно привлекательным, светлым и гостеприимным именно летом. Сегодня Торжок динамично развивается, вносит важный вклад в реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья, отметил Игорь Руденя. В честь Дня города на нескольких площадках организовали праздничную программу. Выступили детские творческие коллективы. В течение всего дня развернута была выставка продажи изделий декоративно-прикладного творчества. Экспозиция ретро-автомобилей. Одним из масштабных событий Дня города можно назвать гастрономический фестиваль у Пожарского в Торжке. В его рамках состоялись мастер-классы от специалистов по приготовлению пожарских котлет и других блюд. А еще для желающих была организована экскурсия по историческому центру Торжка, музыкальные выступления и, конечно же, дегустация пожарских котлет.